24 тысячи отжиманий по одному за каждый мирный день. Более 300 человек собрались на площади имени Ленина, чтобы принять участие в акции «Рекорд Победы». Наравне с парнями отжимались и девушки, и дети, и даже 80-летний пенсионер. Поехали! Раз, два, три, четыре. Отжимались группами по 15 человек в несколько подходов. В этом году суммарное количество упражнений составило 24 850. Но этот рекорд нигде не фиксируется. По словам организаторов, главная цель акции – объединить общие силы и так по-спортивному сказать ветеранам спасибо за победу. Параллельно с рекордсменами на специальной площадке, подготовленной площадке выступали и амурские турникмены.